О, вот так вот они дерутся. Какой кошмар. Сестрички дерутся. Привет, меня зовут Алиса, и вы на канале Алиса Изи Пэтс. Сегодня я буду убирать у наших японских мышек. Тут живут наши мышки-девочки, их всего в контейнере 4. Они спрятали сейчас день, и им слишком светло, поэтому прячутся. Тем более они не спали. Смотрите, кто тут сидит такой, выглядывает. Ути, как мило. Там... Она, по-моему, не одна, да? Да. Да, там не одна сидит. И сейчас я буду у них убирать. Я уже подготовила опилки, корм и подготовилась еще в ванной. Так вот, снимаю крышечку. Первое, что бросается в глаза, это то, что они записали колесико. Вот, то есть оно все в какашках и писюшках. Надо будет его помыть. Что тут еще они натворили? Палочки они, получается, не грызут, но просто постепенно перекладывают из одного места в другое. Но по длинной они, конечно, лазят, а вот мелкие я не знаю, зачем им. Я, скорее всего, не буду класть в следующий раз. Ой, кто тут вышел? Алиска вышла. Это тоже Алиска, как я. Что? Тебе интересно, что тут происходит? Да, я буду у вас убирать. Домик тоже надо будет помыть, потому что он тоже немножко грязный. Тут еще есть трубочка, они ее обгрызли, но не до конца, так что можно будет положить ее еще раз. Кто тут сидит в домике? Кто сидит в домике? Вы тут вместе сидите, спрятались. Сейчас я принесу, получается, аквариум и буду туда мышек складывать. Что они сделали с кормом? Ну, корм я им, получается, досыпаю каждый день, и они его очень хорошо кушают, и от проса остается одна шелуха, да. Ну, там немножко есть зерна, конечно, но надо будет перебрать. Алиска тут шастает, да, смотрит, что я натворила. Мыши, которые уже постарше, они вообще людей не боятся, да, Алиса? И тем более японские мышки, они в принципе не кусаются, они просто боятся и все время прячутся. И еще я заметила, что мышки, которые в возрасте японские уже, они начинают активно набирать вес. Алиска у нас была, конечно, не такая толстенькая. Опа, и спряталась, один хвост торчит. Это другая мышка, все остальные мышки это ее детки. Вот, но они уже тоже не молодые, но и нельзя сказать, что старые. Где? Ути, какая маленькая. Мы сейчас будем тебя убирать. Где? Кто-то вышел к мамке. Ух ты, какое у нее пятно красивое, смотрите. Мамка выбирает просы, которые осталось. Будет, скорее всего, перекладывать в домик. Увидела, что я буду убирать. Опа! У них еще вот это вот колечко лежит. То есть они... я им положила трубочку, которая маленькая. И они ее разгрызли пополам. Потом еще пополам. И вот осталась только вот такая штучка. Небольшая. Туба. Подпишись, даже если у тебя лапки. У мышей очень прикольно, на свет уши просвечиваются. Они тогда такие милые. Хвостами ко мне развернулись. Думают сбежать. Я все равно вас вижу. Ку-ку. Хочешь убежать? У мышек очень прикольные мордочки. И усики такие беленькие. Но у некоторых бывает, что усики черные. Но это, конечно, редко. В основном вот такие вот белые. Я еще сегодня у мышек-мальчиков буду, скорее всего, убирать. Потому что мышки-мальчики тоже
в домике поигрались и все закакали. Сейчас мне нужна еще будет отверточка, чтобы открутить колесико. И надо будет помыть, поменять воду в поилке. Ну, в принципе, я это и каждый день делаю, но ладно. Все, я пошла за аквариумом. А Васька тут валяется, да? Мой любимый пушистенький котик. Котик валяется, котик устал от жизни, устал спать. Сегодня он игрался с мячиком своим мятным. Гонял его по всему залу. Да, Васька. Все. Балдень, да? Кто тебя не почешет, да? Кто тебя не почешет? У него нос сейчас такой розовый, смешной. Аж рот открыл от удовольствия. Сегодня я ему насыпала каши, а он не съел все. Вот этот вот пушистый маленький комочек шерсти не доел кашу. Вот что мне с ним делать? У него уши очень прикольные, горячие сейчас. Васька, что ты хочешь нам сказать? Ничего не хочет. Ладно, все, я пойду за аквариумом. Я уже принесла аквариум, он у нас служит в качестве переноски. Кто смотрит наши видео часто, тот знает. Вот тут вот мышки уже повыходили. Пойдем, я тебе сложу. Опа, смотрите, как за меня хвостом хватается, прикольно. Хвост мышкам нужен для равновесия. Тут сколько у вас трубочки? Тут вас все еще двое. Прикладываю прямо с мышками. И тут теоретически еще одна сидит. Давай я тебя аккуратненько возьму. Не хочет. Страшно, мышки в домик хочет. Опа! Не получится. Слишком маленькая дубочка. Ой, такая мышулька. Я им сейчас, наверное, насыплю еще корма, досыплю. Вот у нас он подписан, что типа он для мышек. И потом буду выгребать все из контейнера, откручивать колесико. Я сейчас насыплю им корма, досыплю. Да, мышки? Вот что-то у меня с координацией движений, с камерой. Когда я через камеру смотрю, вообще ничего не видно. Вот, я вам корм досыпала, вы можете тут сидеть, что-нибудь выбирать. Смотрите, что-то взяла. Что ты взяла? Мне тоже интересно. Еще одна выглядывает. В домик пошла. Тут кто-то еще сидит. Кто тут сидит? Будете кушать? Да, будут кушать. Интересно ж, конечно. Они, походу, берут либо проса, либо семечки, которые обычные семечки черные. Но, как я заметила, им тяжело их разгрызать. Кто раньше не смотрел наше видео, я хочу показать. Вот так вот, на вот такой странной конструкции висит у нас поилка. Папа сделал вот такой вот крючочек и подвесил на край контейнера. Вот, поилка идет сюда. Я ее помою и налью туда свежей водички. Из кормушки можно просто выдувать те ненужные легкие частицы, типа опилки или шелуха. Вот, ты берешь так. Ой, господи. Ну, как-то странно получается. И таким образом я, получается, им перетрушу корм. Потом буду все отсюда высыпать, иначе высыпать бесполезно. Все равно натрушу из кормушки. Вот, перетрусила я корм. Вот так немножко его осталось. Ой, блин. Вот, и сейчас я сразу же досыплю туда нового. Вот. Ну, приблизительно столько им хватит. Смотрите, мышки тут гоняются друг за другом, пищат. Ужас какой. Кто тут кого обижает? Кто кого обижает? Я вас разбудила, и вам не нравится?
Вы друг друга не признаете. Смотрите, все в трубочку сложились. Опа, четыре попы пищат. Ладно. Получается, из контейнера достаю домик, я чисто крышку. Помою у него, смотрите, как они прикольно его обгрызли, обточили. Ну, видимо, им так удобней. О, вот так вот они дерутся. Какой кошмар. Сестрички дерутся. Зачем вы друг друга обижаете? Что случилось? Что не так? Смотрите, одна на другую нападает. Какой кошмар. Хвостами держится. Вот. И теперь буду выгребать из контейнера все. Кстати, снизу могут быть какие-то вкусняшки. Но тут только какашки, походу, в этот раз. Они, видимо, все съели. Не, вот тут вот что-то есть. А, ну то просто шелуха там. Нет ничего съедобного. Ну, короче, я тогда все выгребаю и выкидываю. Я сейчас уже помыла контейнер, помыла колесико. И сейчас буду засыпать опилки. Они у меня, получается, не хвойные, потому что хвойные мышкам нельзя. Как и хомячкам. Ну, думаю, этого будет достаточно. Разровняю. Мне кажется, еще чуть-чуть можно досыпать. Все. Вот так вот хорошо будет. Я собиралась помыть домик, как вам уже говорила в начале видео, но все-таки решила его почистить наждачкой. Это будет намного проще, и потом домик не нужно будет ставить, чтобы он высох, а так сразу вот в сухую его почистила. Ставлю мышатам домик. Еще поставлю их любимую палочку. Вторую я, которая поломанная, ставить не буду, потому что, ну, грызть не грызут, ползать по ним не ползают. Я уже налила водичку новую, ну, помыла, налила водичку. И сейчас буду собирать нашу сложную конструкцию. Все, вешаю. Надо чуть-чуть выше его приподнять. Вот, так будет хорошо. Еще поставлю им кормушку, корм я уже досыпала, но этого им на один, получается, хватает. И тем более они там еще что-нибудь туда насыпят. Еще кладу мышкам нашим зелень, мы ее рвем за городом. Это обычная трава, как я понимаю, пырей. Мышки ее очень любят, и сейчас будем пересаживать мышек. Они тут уже что-то кушают, нашли. Сразу смотрите, кто тут живет. Мне очень нравится, как они тут лазят. Кладу сюда трубочку их любимую. Залазь, Алиска. Алиска, залазь. Залазь. Пойдешь в трубочку? А, и так тебя возьму. Иди сюда. Аккуратно. Ой, не хочет, убегает. Пипикает. Смешно. Ну вот и все, я у них, получается, убрала. Смотрите, они пошли исследовать свое колесико, удивляются, что оно такое чистое. И когда я начинаю говорить, они прячутся, потому что им страшно. Одна пошла посмотреть, повыглядывать. Смотрите, они в домике дерутся. Дерутся мышаньки. Каждый раз после уборки вот так вот создается впечатление, как будто они друг друга в первый раз видят. Как будто заново знакомятся. Ну, в принципе, они и когда я их пересаживала, пищали почему-то. Если у кого-то есть японские мышки, то напишите мне, пожалуйста, почему они вот так вот на друг друга реагируют в другой местности или в новых условиях. И вообще, у вас есть японские мышки, и у вас так происходит или нет? И хотели бы вы завести себе таких мышек, если у вас их нету? Я читаю ваши комментарии, и кое-где вижу, что вы хотели бы завести мышек, или вы так же, как мы, хотели завести крыс. Ух ты, господи! Одна в колесико пошла покататься. Ой, травку нашла! Нет, или да. Лиска не может определиться. Вот такое видео у меня получилось. Если оно вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну, и если вам нравится, когда снимаю видео я, то пишите в комментариях, буду снимать чаще. Ну что ж, мышки машут вам хвостиками. Всем пока!